Друзья, давайте не будем бояться температуры. Не будем ее снижать. Особенно взрослые, особенно уже подростки. Ну, детям еще можно подумать, да, и там бояться судорог. Но взрослые, ну прекратите снижать температуру, ведь это же организм сам себя таким образом лечит. А вы ему по голове жаропонижающим изо всей силы даете и даете. Ой, мне тяжело, ой, мне сложно. Но организм таким образом борется, а мы такие ему. Ой, что ты сильно борешься? Давай как-то полегче борись. Как-нибудь весело, как-нибудь радостно, вкусно борись. Не надо нам так сложно бороться. Пейте воду больше, и температура будет сама снижаться. Жаропонижающий не лечит.